Никогда не поздно открыть себе новые возможности, попробовать пойти альтернативным путем. Это в полной мере относится и к Василию Красюку, по образованию географу, по профессии журналисту. Желание отразить мир на холсте было спонтанным, отмечает автор выставки. Он сразу понял, что живописью будет заниматься всю жизнь. Основу этой экспозиции составили работы, созданные за последние 5 лет. Более 50 живописных и графических произведений, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и абстрактные композиции. Это просто накопительный эффект от журналистской работы. То есть ездил по городам и весям, по странам, все это копилось, и вот в таком варианте все выплеснулось. Сегодня автор пробует себя в разных техниках, открывая изобразительные возможности акварели, темперы, живописи маслом и акрилом. Его творчество является ярким примером наивного искусства, в котором главную ценность составляет искренность эмоций. Те, кто пришел на выставку, замечают, в названии отразилась личная скромность автора. Немного света на холсте, ведь, посмотрев на картины, понимаешь, свет повсюду. Играет, сияет и переливается. Работы пронизаны чувством хорошего настроения, чувством, которое испытывает автор, сам радуясь жизни. И мне очень нравятся его работы, разностильные, разножанровые. По поводу своих планов на будущее Василий признается, главное – совершенствовать себя, искать в чем-то новом. Сейчас хочется найти свой цвет, да, свой колорит, в этом поработать. Ну и хочется для себя лично объявить 2018 год годом портрета, попробовать писать портреты современников. Буду пробовать, получится, да, покажу на суд зрителей. Немного света на холсте – уже третья персональная выставка Василия Красюка. Посетить экспозицию можно в музейно-выставочном комплексе в ГУЭС. Она продлится до 2 февраля. Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.